Поехали. Кто, какая часть, зачем пришел? Воронин Алексей Николаевич, 25-я бригада, воинская часть, 75-240. Да, блядь, четче скажи. 242. 75-242, воинская часть, 25-я бригада. Зачем прибыл? С какой целью? Кто послал? Прибыли мы на учение. Драйвер. Нас тут обманули маленько. Ну, вот так вот оказалось, что теперь я здесь. Лужков Иван Максимович, 25-й бригады. Что-то срочное или нет? Воинская часть 75-й. Зачем прибыли? С какой целью? Кто послал? Одна и та же цель, цель учения. Кто послал? Команду или кто послал? Конкретно я не могу сказать. Вместе поехали. Та же часть изначально говорили, что прибыли на учения. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать как пушечное мясо. Хотя люди все проявили наши части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Столбов Александр Анатольевич, 25-й бригада, та же часть. Водитель. Посадили, сказали, учение, все там нормально, все как бы будет. Ну, мы не знали, что пока мы ничего не хотели. Нас просто обманули, бросили. Что про командование скажешь? Командование, знаете, английское командование. Да. Давай, что там? Кто? Та же часть. Номер части, повторяю. Сейчас я не помню. Ну, зачем прибыл? Недавно. А, недавно сразу? Резервист? Резервист, да? По резерву, да? А, ну что, зачем прибыл? Что, тоже на учение? На учение, как я сказал. А когда прибыл? Сколько дней назад? Недели две. Недели две назад, да? Ну, понятно. Ну, кто, какую задачу поставили? Рассказали, едем и все.